Вот хочу банку купить. Видите, тоже говорят, что чисто по-человечески мне банку продать не могут. Получается, когда за хлебушком зайдут в магазин, я ничего себе здесь не наберу. Потому что будет все просрочено, и банка в том числе. Время тянут, уже полтора часа покупаем, или сколько мы, да, уже полтора часа покупаем. Да. Чем они тут это самое? Я уже попить что-нибудь хочу, спрайта вон того хочу попить. Публичное место. Ну вы сидите дома. Нет, вы не имеете права по закону. А, извините, как? А какой закон, номер закона? Назовите какой. Я говорю, не трогай. Меня, вы будете командовать, меня, что мне делать? Меня не делаю? Команду. Меня лично. Я говорю, надо, убери камеру. Руку убери. Руку камеру. Руку убери. Не кинете руку. Вы не снимаете меня? Вы нарушаете закон. А вдруг вы меня сейчас полтора метра держите? Не, не обязан. Как это не обязан? Пожалуйста, мне право продавцов снимать. Да вы все, что так ко мне руки тянете. Да. У вас это с мужчинами проблема? Да, вообще? Мне нравятся мужчины, я их обожаю. Да. Пидорасина. Держите дистанцию. Держите дистанцию. Держите дистанцию. Держите. Вы же снимать не хотите. Держите меня. Не разрешаете. Держите дистанцию. А я буду держать, если вы не будете меня. Вы что, ко мне пристаете? Да. Не будете поделить, я рядом не стою. Не надо снимать меня. Зачем? Меня зачем? Сейчас полиция приедет. Пускай снимает их. Продавцов пускай снимает. Соберись, какашка. Ты же не какашка. Нет. Ты бизнесмен, не вижу. Ты вообще откуда? Только с офиса, да, сорвался? Из офиса. Из офиса. Давай, братанчик, аккуратно. Я пришла вернуть вам товар просроченный. И хочу сейчас же получить свои денежные средства. Да, но почему сумма здесь больше? Потому что вы, наверное, должны считать по чеку, что здесь товаров меньше, а здесь у вас товаров больше пробито. Что значит больше? Что значит больше? Вы что-то там добиваете лишнее, а потом разницу себе в карман складываете. Ну что? Хватит обманывать людей. Ну фанту тащу я. Ты попил, да? Да я думаю, уже вскрыть надо ее. А если я сейчас вскрою ее? Ну, я вижу, что она просроченная. Предлагаю вам. Давайте что тогда. Ну, что ж поделать что-то. Так, он не оплачивает. Монно-лаймовый вкус спрайта освежает не только тело, но и мысли. А на свежую голову ответ на всякий бред приходит с легкостью. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, я могу вызвать замдиректора, и она решит этот вопрос. Все, тогда что? Вы уже обязаны, потому что я вскрыл ее. Че? Я нахожусь под начальством директора. Она не так, у нее там плохие люди. У нас, видите, даже здесь крышка даже вздулась от напряжения. Я вам предлагаю заменить. Все, вот уже обязаны продать. Я уже все, я еще отпить ее, что ли? Я пить не хочу, потому что я берегу свой желудок. Желудок свой мне... Я потом выпью, я лучше с водкой выпью. Даже с водкой надо разбавлять. С водкой нормально. Может, вам заменить это? Да там такие же бутылки стоят. На другой вид хотя. Да там... Вы можете сходить посмотреть, если наличие, а я это подержу. Потому что это просроченное, зачем? Ну, естественно, если я копалась, я выбирала. Вы можете сходить... Я вам заменю. Нет, вы можете посмотреть такое, если хотите. Почему? Вы можете, если хотите, вы можете... По-человечески вам предложить что-нибудь другое. Они мне отказываются за голубику. У меня не такая железобетонная спина, конечно. Так вы сидите-то периодически. Вот. Вас даже стульчик не предложил где-то посидеть. Вот там стоит. А, ну там занято. Там занято? Да. Занято. Для плохо ориентированных людей. Один. Ну да, вот. А можете стульчик попросить, чтобы принесли? Нет. Нет? У нас нет просрочки. Это какой-то позор? Ну ничего, потерпим. Мы народ терпеливый русский, поэтому мы 20 лет терпим, еще потерпим, ничего страшного. Здравствуйте, граждане. Извините. Ну, не рядом, девочка, кто покупал, что будет писать. А я подскажу. Спасибо. Семья больше 30 лет. Не, ну всегда комплименты говорят. Директора позвали? Да, сейчас иди. Можете? Она уже уволилась, наверное. А у вас есть протокол? Как он называется? Вкусный протокол.
Вам вкусного заявления. У меня вот здесь опорный пункт, я сейчас доеду, распечатаю. Участковый же, да? Вы участковый? Вы точно приедете? Вы точно приедете? Да, 5 минут. Вы на кого увидите? Я дежурю. Ладно, хорошо, все. Хорошо. Давайте. Полиции мы всегда верим. Нет, ну это просто нормально. Не, ну поскольку как? Я вот не... Подожди, ты не торопись, нормально, он еще не пришел. Пойду помолчу. Надо маршрут посмотреть. Давайте это следующее вы делаете? Нет, это 13-е. Вот это я забираю. Да. Фу, уже сейчас уже скоро мухи полетят уже. Надо сворачивать это все. А как вы спишете? Может, вы сразу здесь в корзину, как обычно делают? Веры там у вас нету. Вы так же все на полке поставите. Жрать дальше люди. Какая будут. Вам должна быть у нас вера? Скажите. Да нет никакой, поэтому я хочу визуально, как говорится, увидеть. Я же вижу, ну, что вы просрочку торгуете. Будет постановление на проверку. Вы визуально все посмотрите. За сегодняшний товар заказчик отвечает? Конечно, отвечает. Вот. Опять врет. И это точно. И будут комментарии людей, как на ментов судят. Ой, да судят их в Ютубе. Вам все равно? Я вообще YouTube не смотрю. Ну, а не надо стоить, вас просто соседи встретят. Спасибо, да, и все. Прям как я обещала. И вам в глаза скажут, что вы травите людей. Когда 10, 20, 30, 100, 200 человек скажут. И соседи, пойдем. Которые будут вас встречать. Вы директор магазина, вы ответственность несете. Вот и все. Ну, вы просто ее несете пока. Вас на рублей на 300 надо с нулями наказать. Вот тогда вы... почувствуете. Ну, наверное, а так? Это не ваши компетенции, да? В нашей? Мне кажется. Когда, кажется, креститься надо, так говорила моя покойная теща. В суд затащить вас в моей компетенции, а? А в ней попадем? Да. А, участковый пришел. Угу. Конечно, я не буду писать. Просто мне неприятно, потому что меня снимают, и еще мое имя там фиксируют, везде фиксируют. Они же везде на Ютубе, правильно? Я не говорила слово Марьяна. Вы еще не на Ютубе. Я не за вас. Вы еще не на Ютубе. Даже те хорошие, да? Все хорошие. А, слушайте, да. Мы все работаем, зарабатываем как можно, правильно? Да. Я не зарабатываю вообще ничего. Слушайте, давайте не будем. Мне надо... Вы еще не на Ютубе. Но вы меня снимаете сейчас? Да не, вы не в моем вкусе. Что вы так меня это сами? Слушайте, ну вообще-то у меня есть муж. Да что ты говоришь, моя хорошая? Только вы меня пристаете ко мне. Я к вам пристаю. Про какими-то вкусами. У меня совершенно другие вкусы. Я веду видеофиксацию. Это я две разных вещи. Я не хочу видеофиксацию. Идите, пожалуйста. Ну, вы на рабочем месте. Закон 29 Конституции читали? Публичное место. Я собираю нужно. Информацию мне так, как мне удобно. Обслуживать покупателей. Да, обслуживайте, я вам не мешаю. Вы мне мешаете. Мешаете? Да, вы меня отвлекаете сейчас. Я? Чем? То, что вы стоите здесь с камерой. Так а мне нельзя здесь стоять, что ли? Вы стоите здесь с камерой. А с чем я должен стоять? Пройдите, не с камерой? Пожалуйста, я вас очень прошу. Может, вы пойдете? Нет, я работаю на своем рабочем а месте. А я в отпуске. Сильное заявление. Это просрочка? Вот это просрочка. Главное, не продали, да? Да, они не хотят продавать, издеваются над нами, как могут. Просто просили нас им продать. Вот они сейчас часть продали. Часть не продали. Да, вот. Они отказались пробивать колбасу, которая срок годности 12 часов, не годен до, а упакована, то есть до 19 числа. Не более 12 часов с реализацией товара. Вот это вот нарезка, нарушение технического регламента таможенного союза, нету ни даты изготовлены, ни даты, ни годен до, ничего нету. Плесень. Я уже фанту открыл уже, и все равно не хотят продавать. Где плесень? Вот плесень. Она уже перемешалась уже. Да, пока мы тут это, ну, девчонки подкинули. А где наша рыба? О, вот, смотрите, а, какая наша. Вакуум. Уже мухи вот. Начали слетаться, пока мы ждали. Вот, смотрите, 25-4-21 год. Баночка, это развакуум. Вот эти плюшки.
13-6, трое суток до 16 числа. И это все остальное. Вот это тоже добавка, банта. Должна быть песня, да? Здесь да. Здесь да. Вот это белое, это налет. Здесь не белый. И упаковано годен до. Это они должны были, если к примеру, они это, потребители, купили 17 числа, либо 18, то они должны кушать, а магазин должен реализовывать до 19 числа. Они не сняли вовремя, есть понимаю, скандин определенный. Хотя бы пакеты меняли, но они в одни и те же пакеты даже перекричат. А можете представить себе? Да, школа 86-го отдела полиции, младший лейтенант Гришаев. Гришаев? Правильно. А имя отчество? Сергей Андреевич. Сергей Андреевич, очень приятно. Сергей Николаевич. Вот, ну видите, они даже пакеты не меняют. Ну зачем к людям так относиться, как к свиньям? Вот, и вот уже здесь уже 2 часа. То есть вот они можно... часть товаров продали, а это они не хотят продавать. Вот это все. Надо составлять. Это продано, да? Там перемешка и... Нет. Факт продажи не был завершен, потому что я не захотела, я не оплачивала, да, я не захотела, чтобы они не делили чеки, я хотела пробить полностью товар. Они сказали, мы это хотим оплачивать, это не хотим оплачивать. Сергей вот будет писать заявление на детское питание, а я пока претензии составляю. Чеки у нас ваша девочка предоставит, только у них электронные чеки. Так, ну что, здесь вот целая корзина, очень много невкусностей, вот, разгерметизация, вот. Разгерметизация, ну не знаю, свиней, даже свиней-то не знаю, ну свинья, мясо точно здесь не будет, это же тоже говядина. А вакуумная упаковка должна быть? Ну она вакуумная должна, там воздуха вообще не должна быть. Да здесь уже мухи начали слетаться, пока мы ждали, мухи 2-3 уже отгоняли. Ты... А вот недопродали нам вот это. Недопродали, да, это свежий товар, это некачественный. 12 часов на место некачественная, рыба желтая некачественная, курица прострок некачественный и зеленый вот такой вот оригинал, он там, какой он должен быть, тоже некачественный, не продали. Все остальное качественное. Ну, можно это в принципе здесь оставить, но они потом сами берут. Какая же ерунда здесь. Мы начали пробивать полностью, они говорят, мы не можем сделать все в один цвет. Здесь магазин никто не крышует? Не знаете? Я не знаю, у меня даже нет на такие познания времени, поскольку я в Приморском районе вообще Вы знаете, совпадение, я с Приморского края, а здесь Приморский район, я сам с Владивостока, завтра уже уезжаю. Я из Курска. А, из Курска даже? Да. Вот. Так, ну что, происходит завершение. Завершение? Да, вот такого вот тухлячка. Надеюсь, что они избавятся от него. Ну, для приезда Роспотребнадзора товар должен быть на ответственном хранении у директора. Она ни в коем мере не должна все это скрывать, утилизировать, а то это будет уже уголовная статья. То есть просрочилось вот это 6-6-21 нужно будет писать. И отметьте, пожалуйста, что это прям для детей с 4 месяцев, то есть просто там определенная будет штраф за до 6 лет, то есть там с 1 до 6 лет там определенная будет им кондусова. Дата изготовления 27-4-20, годен до 27-5-21 года. Это 208 ОК. Там есть определенная статья. Конечно, полицейский нас задержит. Да, это мой руководитель службы безопасности. Пожалуйста. Вы на громкой связи, Александр Леонидович. Да, здравствуйте. Школа 86-го отдела полиции. Добрый вечер. Меня зовут Александр. Это мой объект. Мы с вами не так давно пересекались насчет двух действий. Мы подавали заявление. Вы должны были с нами пересечься, но не пересекли, к сожалению. Это точно я? Я что-то такое не припоминаю. Я не знаю, если вы участковый этого... Нет, я не этого района, я дежурный участковый, я не этот именно участковый этого района. Хорошо, я к вам. Хорошо. У нас было просто 2 дела. Смотрите, вот эти люди препятствуют торговле и нарушают гражданский кодекс.
Я считаю, вот вы к ним подошли, они с вами там имеют какое-то дело. Мы вызвали, наша администрация вызвала полицию. Вы взяли объяснение там из них, из нас? Сейчас послушайте, пожалуйста. Советский Союз у нас закончился, во-первых, да? Если кто-то вызвал полицию, это не значит, что другое лицо виновно. Если вы убьете кого-то, то не значит, что вы невиновны, да? И поэтому сейчас будет со всех взято объяснение и заявление. Заявление тоже поступит от вашего... Кто? Администратора? Да, директора, да? Директора. Вот, я их удерживать не могу. Общественного опасного деяния не совершается, честно, никакого. У меня есть установочные данные полностью их. Если они действительно совершили какое-то правонарушение, они будут привлечены к ответственности и вызваны явкой. Но такого общественного деяния я не выявил. У вас есть видеокамеры. А, 52-й статье Гражданского кодекса. Они имеют право фиксировать видеоматериал, могут выкладывать его в интернет. В общественных местах это делать не запрещено, потому что они имеют право хранить информацию и фиксировать для себя удобным способом ее. Даже если вот я против? Да. Они имеют право хранить информацию и фиксировать для себя удобным ее способом. Могут записывать, могут безусловно, это общественное место. Без личной информации. Это, почему? Подождите, 152-я статья сохраняет тайну личности и... Но это понятно. А что у нас под личностью подразумевается? Фамилия, имя, отчество никакой тайны не содержит. Нет. Более именно, ничего я не слышу. Публикация. Это было в стриме или не было в стриме? Они будут передавать эти данные или не будут? Эти данные, значит, у них надо изъять. Каким способом изъять? Я настаиваю на 152-й статье, и директор будет писать заявление. У них вообще голословное обвинение против нашего магазина, а я считаю, что они нарушили 152-ю статью, 5-1 Гражданского кодекса, и мы на них будем писать по этому поводу заявление. Поэтому я прошу зафиксировать их данные. Если будет выявлено нарушение с их стороны, то они будут привлечены. Да. Они будут привлечены обязательно. Да. Заявление сейчас составит директор. Вы пришли, я прошу прощения, вы пришли по заявлению нашей стороны или их стороны? Нет, так это больше не работает, понимаете? Какая разница, кто заявил? Мы звонили 112, они блокировали кассы, они препятствовали работе магазина, они нарушали общественный порядок. И в том числе это будет второй пункт их нарушения, по которому мы подадим заявление. Я с удовольствием приму у вас это заявление, и оно будет рассмотрено. Так же, как и их заявление. Хорошо. Да. Я вас услышал. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Правда, скажите, что и пускай посчитает общественный порядок, что под пункта это выйдет. Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Особенно вот, говори. Вот тот вот паренек вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы. Получается четко. У вас действительно. Ну вот так вот. Все в общую корзину. Все прям пусть на пол падает. Нет, потому что другие покупатели тоже хотят приобретать товар. Вот это же приобретать, да? Нет, это слушай, колбасу ту. Ну сейчас, ладно, конечно. Молодой человек, мы с вами на четвертый-пятый круг. Я с вами не заканчивал ничего. И не начинал даже. Ничего общего не вижу с вами. Вы как смотрели на это безобразие, так и смотрите, мы вам что. Эмоции так, показали так, завиду. Что у вас изобразие? Ну, раз мы торгуем просроченными товарами. Нет, это неправда, да. Ну, я предлагала просроченные товары. Помойную яму также сходить, цвета с помойного ведра. С помойного ведра вы также предлагали выбрать то, что там все тухлое, с тухлятиной, да? Давайте с вами. Да. Как сказать? Так, ну что... Заканчивается наше мероприятие по реализации просроченных продуктов. Написано было два заявления, а потом приложится объяснение рапортом
что в магазине «Перекресток» на улице Щербакова 7, да? Все. Вот сколько бумаги. Бумага все стерпит. Тук-пум и все, езда.